В настоящее время вступила в законную силу поправка к Кодексу об административных правонарушениях. Она предусматривает привлечение должников к ответственности за уклонение от уплаты алиментов от 2 месяцев и более со дня возбуждения исполнительного производства. В настоящее время Кумертауским отделом судебных приставов проводится активная работа по привлечению и выявлению таких должников. В настоящий момент, с 15 июля 2016 года, то есть с момента вступления в законную силу данной поправки, к ответственности привлечено уже 3 должников. Съемочная бригада вместе с судебными приставами нагрянули домой к одному из таких должников, который проживает в поселке Петки. Виктор Васильевич, дома? Нет, а где он? Я не знаю, где. Давно не появляется, что ли? Волоча ушел. И ушел с концом. А он работает, может, где-то? Там у одного работал. Я думал, он там, а тот сам пришел. Девять, я говорю, не знаю. Вот уже в который раз служба не может застать алиментщика. Дома его нет, а месте нахождения неизвестно. Мы оставляем родственникам либо соседям извещение и требования о явке. Данные требования являются обязательными к исполнению, и в случае неисполнения наших требований должник также может быть привлечен к административной ответственности по статье 17.14 за неисполнение законного требования судебного пристава исполнителя. Задолженность составляет более 300 тысяч рублей. Можно с уверенностью сказать, что наказание последует. Вместе с тем, по словам Дарьи Крещик, данный должник периодически появляется в отделе судебных приставов, где с ним проводят разъяснительную работу, а также направляют в центр занятости для трудоустройства.